Смотри, первое. Ураган Грейс движется с Атлантического побережья, мощный и очень масштабный. Второе. Это затишье к югу от острова Сейбл вот-вот взорвется. И это третье. Фронт холодного воздуха спускается из Канады. Этот фронт подхватывается воздушным потоком и стремительно двигается в направлении Атлантики. Класс. Подожди. А вдруг ураган Грейс столкнется с холодным фронтом? Добавь к сценарию нервного малыша в районе острова Сейбл. А вдруг он соединится с канадским холодным фронтом и ураганом Грейс? Можно всю жизнь работать метеорологом и не увидеть ничего подобного. Это будет катастрофа эпических масштабов. Это будет идеальный шторм.